Еще один шаг в цифровое будущее. Ненецкая компания электросвязи запустила автоматическую передачу показаний счетчиков воды, газа, энерго- и теплоснабжения. Информацию с приборов учета поступает в специальную программу. Алина Ваучейская расскажет подробнее. Новую технологию специалисты ненецкой компании электросвязи запустили еще 9 месяцев назад. В тестовом режиме оборудование установили в нескольких учреждениях окружной столицы, поселка Искателей и деревни Андик. Мы поставили вот такую умную штучку, которая подключена к этому счетчику с импульсного входа. И он по радиоканалу передает эти данные ежедневно, допустим, в 0 часов, так настроено здесь, на центральную станцию. Центральная станция передает эти данные на сервер, и в одном месте у нас собираются данные с там, более 50 счетчиков по нашему предприятию. Мы, соответственно, видим ежесуточный расход электроэнергии. И эта услуга запущена у нас уже, ну, этот сервис запущен в городе Нарьян-Маре. Мы покрываем весь город, в том числе поселок Искателей, и можем предоставить эту возможность для жителей частных домов, там, для предприятий, организаций. Вот такой опыт мы уже делаем с 4-й школы. Причем подобными датчиками можно оснастить любые приборы учета, будь то счетчики электро- или теплоэнергии, вода- и газоснабжения. Вся информация ежесуточно поступает и хранится в специальной программе. Суточный архив, вот он. Пишет, все есть. И это все данные есть. Мы можем спокойно, соответственно, с этим работать. А дальше можно очень легко передать в ПОК-ЭТС. Через, допустим, ну, как бы специальную, допустим, или программу, там, интегратор какой-то есть. Ну, просто мы сейчас пока на начальном этапе собираем эти данные для того, чтобы именно отработать аппаратный уровень. Говоря простым языком, подобное оборудование упрощает процесс сбора данных не только потребителям, но и компаниям, поставляющим энергоресурсы. Ведь благодаря новым технологиям появляется возможность мониторинга потребления ресурсов практически в режиме реального времени. Дальше можно двигаться вперед, анализировать, смотреть, интегрировать системы учета, передавать там в автоматические. Ну, простой пример – это эти данные попадают, допустим, в базу данных электростанции. Электростанция производит по ним расчеты, выставляет счет. Пользователь, ну или хозяин дома, допустим, там, или, ну да, если говорить о частных домах, хозяин квартиры заходит в Сбербанк онлайн, вводит свой номер договора, и так как эти системы интегрированы, эти данные сразу попадают в Сбербанк онлайн, и он сразу видит, какую сумму можно заплатить. Установить подобное оборудование можно в любой организации или в частном жилом секторе. Уточнить информацию вы можете в ненецкой компании электросвязи. Алина Ваучейская, Леонид Шишилов, телеканал «Север».